Здравствуйте, охотники по перу. В продаже появились гусиные чучела из Ева, материала легкого и прочного. Они отлично держат форму, покрыты флоком, поэтому не бликуют, раскрашены вручную. Цвета подобраны идеально. Виталий Алексей, спасибо за вашу работу. Мне и моим гусям нравится. Комплект лакированных гусиных чучалок Wild Tail Crush Taylor входит 6 кормящихся и 4 отдыхающих гуся. Вес их совсем незначительный, всего 190 граммов. Это очень удобно на охоте. В этот ящик можно в легкую положить 20 чучалок. Если свернуть их покупку перед закировкой. Таким образом, чучело легко справляется и занимает мало места. Но заполнен и никогда не сломается. Тейлор комплектуется прочными углепластиковыми стойками, которые фиксируются на спине у чучела. Чтоб свободу свою спасти, и вот теперь почти невозможно. При легком движении ветра каждое чучело вращает свое направление. Это придает, это вдыхает жизнь в ваши чучалки. На гусей действует завораживающе. Контролирует амплитуду движения просто. Достаточно на стойку надеть кусочек линолеума. И вот уже навсегда ушла, и только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Пенки, резины любые. Синим взмахом ее крыла. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Меньше. И только небо тебя поманит синим взмахом ее крыла. Стандартную позу кормящегося гуся несложно подкорректировать. Достаточно намочить голову и поставить распорку из фанеры. Приподнять шею. Уже другая, более интересная форма. Очень интересна поза насытившегося гуся. Явно прослеживается выпирающий зоб, опущенная голова дремлющей птицы. И всего лишь надо подвязать леской шею с головы. У кормящихся гусей достаточно привязать веревкой к стойке нос, шеи и дать чучелу подсоб. На самом деле пост гусей не очень много. Этого больше, чем достаточно, чтобы внести разнообразие в вашу присаду. Ваши чучалки должны имитировать позы спокойных, отдыхающих или кормящихся птиц. Никаких стерженьков с высоко поднятыми шеями, головами не должно быть. Это позы агрессии и настороженности. И духовыми молками вы должны имитировать полное спокойствие своей стаи. До 100 метров. Самцы. Ближе 100 метров. Самки далеко. Самки ближе.
краска чучела выполнена в контрастных тонах. Светлая грудь, белый агузок, хорошо видны на темном фоне, на пашне. Черное маховое перо, черный агузок и коричневая спина хорошо видны на светлой траве и снегу. Видовая метка белого гуся ярко выражена. Нос и лапы специально покрашены яркой краской. Это придает нарядность чучелу. Сравните Wild Tail с чучелом настоящего белого. Тейлы выглядят интереснее. Синей птицы не стало меньше, просто в свете... Вот и зима. Самое время тестировать в жестком режиме гусиное чучело. Ну, этим стареньким мне уже много лет. Этим 20 самоделкам пенопластовым. Краснодарским 15. Здесь достаточно свежие гуси, твердые. 5 лет гринхеду. Но эти самые свежие гуси. 2 недели были они у меня в сложном состоянии. Сейчас будем их испытывать в жестком режиме. Ничего, хорошо держит форму. Посмотрим, как они покажут себя на морозе. Ну что, начнем? Часть засыпем снегом. Обольем водой. Смотрите, минусовая температура. Как с гуся вода? Снова засыпем снегом. И также сделаем мертвый китайский. Обратите внимание на цветовую гамму.
лакированных чучелок и настоящих гусей. Даже гринхед проигрывает флоку. Прошло полчаса. Шикарный результат. Повторим. Ну а сейчас будем проводить изуверские испытания. Испачкаем чучела грязью. Как на охоте. Закидаем снегом. А потом вот так. Свернули, и в этом положении в морозильную камеру посмотрим, как они выдержат вот эту экзекуцию. И для контроля еще одного, почище который. Для контроля банк с водой. Все на месте. Прошло 2 дня. Гремит замороженное. И вода замерзла. Банка вся потрескалась. А сегодня устроим баню нашим гусям. С горячей водой. Кипятком. Со щеткой металлической. Все как положено.
потом после мороза. Восстановил форму. А вот замороженная. Звенит. Холодной водой. Пусть помокнет. Оттаял гусёк. Все в порядке. Массаж как положено после бани. Помоем щеточкой металлической, замоем, вроде ничего, прогресс налицо. Что значит другой материал? Ева материал, как сапоги мои, материал толстый, на порядок лучше, чем изделия Нордвея. Это монстры по сравнению с этими чучалками. Прошла неделя. За это время шел снег, дождь, мороз минус 5. Тейлы выдержали испытания. Повысить влага отталкивающие свойства флока, обработать их ВДшкой, силиконовой смазкой, а лучше спреем для обуви. Не пожалеете.